Приплыли на Кайманы 31 декабря. Практически все закрыто. Вот наш корабль стоит на рейде. Хотя почта сегодня закрыта, но мы нашли магазин марок. Купили вот марочку. И согласно нашей традиции отправляем открыточку с Каймана. Кстати, заметьте, какой у них интересный почтовый ящик в жовто-блакитных кольорах. Все, посмотрю, до сколько долетит. После прогулки в Джорджтауне мы взяли экскурсию по острову, и первая остановка — это город Хелл, который переводится как ад. Здесь вот такие штучки, как коралловые рифы, и картинка напоминает ад. Сейчас пойдем отправим себе еще одну открытку. Открытку с ада. Мы приехали на такой маленький пляж. Или даже не пляж, а площадку с скалами вот такими интересными. Сейчас уже спешим на машину, потому что группой все не ждут. Мы приехали на черепашью ферму. Здесь огромные черепахи. Вот такие небольшие резервации. Тут тоже плавают черепашки. Они, конечно, гораздо меньше, чем те, что в Кубе. Но тоже очень классные.
здесь вот еще такой бассейн побольше есть. Еще тут есть станция, где можно гладить, трогать черепашек. Смотри. Они хоть и маленькие по сравнению с теми, но тоже очень классные. Малыши. А детки могут даже вот сюда к ним прямо залазить, видите? Посещение вот этого черепашьей фермы стоит $18 или 11. Вот мы этот тур покупали, и нам была скидка зайти сюда за $11. Я вам скажу, что она стоит эти деньги. Было очень-очень классно, только мало времени. Нам сказали, нужно не больше 20 минут здесь пробыть. А сейчас идем к дельфинам. Надеюсь, там будет так же интересно, как и здесь. На Кайманах тоже решили попробовать местное пиво. Я выбрала себе вот лимитированное Twisted Citrus. Очень вкусно оказалось. Такое легкое с цитрусовым привкусом, конечно же. Стоит около $4 бутылочка.